Для начала работы вам необходимо активировать ваш номер консультанта. Для этого в поисковике забейте слово «Jirelia» и перейдите на официальный сайт компании jirelia.com. Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем, и ваш наставник сообщил вам ваш номер и пароль. Поэтому слово «Регистрация» нажимать не нужно. Нажимаем на «Вход» и вводим здесь ваши данные, номер консультанта и пароль. И нажимаем «Войти». Если вы правильно вошли, то здесь вверху появится ваше имя. Это значит, что вы зашли как консультант. Итак, перед вами официальный сайт компании Jirelia. В вкладке «Каталоги» есть текущий каталог. Вы можете загрузить его на ваш компьютер и пролистать. Это печатная версия каталога. Также для вашего удобства компания Jirelia разбила все товары по разделам. В разделе «Здоровье» вы найдете необходимые для себя продукты. Например, меня интересует похудение. Я перехожу на вкладку «Похудение», и передо мной открываются все товары, которые предлагает компания для похудения. Выбираю продукт, который меня заинтересовал, захожу в его личную карточку, и здесь я могу прочитать о продукте, его состав, его способ применения и ознакомиться с отзывами. Если продукт мне подходит, нажимаю слово «Купить», и он добавляется в корзину. Один. Следующие товары для дома. Например, да, серия Оселя. Это наше бесфосфатное средство для мытья и стирки. Я хочу купить засыпь для прания белых, темных вещей. Добавилось в корзину. Также у нас есть украшения. Это серебряные украшения, которые делаются эксклюзивно для компании Jirelia. Есть вкладка «Тильки онлайн». Это товары, которые не входят в печатную версию каталога, но вы их можете купить на сайте. Когда вы добавили все товары в корзину, переходим в корзину, значок «Корзина». Сбоку высвечиваются бонусы и акции. Это те выгодные предложения каталога, воспользовавшись которыми вы можете сэкономить, либо получить подарок. Если вы хотите получить подарок, нажимаем на «Корзину». Он добавится к нам в заказ. Нажимаем «Применить акции». И на следующем шаге нам предлагается текущий каталог и пакет. Можно убрать галочки, можно оставить каталог. Всегда есть следующий каталог. Можно добавить следующий, например. Этот убрать. И нажимаем «Добавить избранное». И теперь мы перешли на шаг первый. Выберите адрес доставки. Нажимаем «Доставить за новую адресу». Здесь по умолчанию будут стоять ваши данные, их менять не нужно. Опускаемся ниже и выбираем необходимый нам вид доставки. Например, новая почта, способ оплаты. Послеоплата – это оплата при получении. Стоимость этой услуги 9,80. Можно вы поставить галочку «Передплата». Это значит, что оплачиваем мы заказ прямо сейчас на картой через «Приват24», и это бесплатная стоимость. Опускаемся дальше, и здесь можно выбрать ваше отделение. Начинаем набирать ваш город, например, Днепропетровск, отделение 26. Выбрали, проверьте, чтобы все было правильно, и нажимаем «Ок». И теперь мы перешли на последний шаг, подтверждение нашего заказа. Проверяем, все ли товары добавились, которые мы хотели. Внизу будет стоять ваша фамилия, имя, телефон. Проверьте адрес новой почты, чтобы все было правильно. Если все правильно, нажимаем на кнопочку «Подтвердить». Если мы выбрали слово «Сразу оплачивать на сайте», «Передплата», то нам сразу предложат перейти на «Приват24», либо ввести данные своей карты и оплатить. Если вы выбрали наложенный платеж, то заказ подтвердится и будет готовиться уже к отгрузке, и вы оплатите его на новой почте.